21 человек на два места. Конкурс «Как в престижный вуз». Предвыборная гонка скоро вступит в активную фазу – агитацию. Кандидаты начнут встречаться с избирателями, рассказывать о своих программах, собирать наказы. В преддверии старта предвыборной гонки репортеры республики вышли на улицы города и узнали, собираются ли жители Чувашии идти на выборы и насколько доверяют избирательной системе страны. Надо ходить, выбирать всем, кто может, начиная с молодежи и кончая пенсионерами. Всякие бывают моменты негативные, поэтому, чтобы люди были спокойны, что все честно, правильно и так далее. Все это прозрачно, все видно, можно отследить, то никаких вопросов не возникает. Я считаю, что на выборах видеокамеры можно использовать, но только если они фиксируют, скажем так, общее положение в зале. Мы выбираем свою жизнь, жизнь нашей республики.